Ну вот утро, и на тихо, значит, с Любовь Николаевной. Сейчас пойдут в поликлинику. Там Игнатия Тихоновича по слуху. Вот она сейчас ждет, стоит Любовь Николаевна. Что-то она там задерживается. Да, согласились выходить пораньше. И вот эта задержка какая-то у них возникла. То он расхаживается перед долгой их ходьбой в поликлинику. Так, у нас утро. Вот Паля сидит, наелась уже кашки с рыбкой. Там вот голуби клюют зернышки, и на тихлощину дал. Уже попоил их немножко. Один, правда, попил только. Вот так вот. У нас сейчас 6:55, то есть без 5:07 утра. 2023 год. 1 марта. Сегодня у нас 1 марта. Вот так вот. Так мы и живем с Божьей помощью. Сейчас у нас Великий пост. Постимся. Господа за все благодарим. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Помолите Христу, помолите Христу, ликуется земля. Радость Так, тут есть общее, могу сейчас сделать, показать. Вот оно общее. То есть со всех сторон стоят, осматривает прилежащие территории наши. Вот так вот. Можно сделать одну картинку. Вот она выходит, Любовь Николаевна. Все, сейчас они пойдут. Мышка плохо действует. Вот тут вот второй кадр. Под лестницей, возле лестницы они идут. Мышка маленькая. Вот третий кадр. Подходит к воротам. Мутновато смотрится сегодня. Обычно тише смотрится. Все, развязывает палку. Она у нас на завязках держится. Сейчас три поклона. Боже, будь милостив к нам грешным, создавший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас, грешным, помилуй, благослови. Сохрани в пути от всякого рода зла. Добрый ангел, храните да сопутствовать ей. Там, знаете, значит, большие ворота вставляют палку. Видимо, от ветра вырвало ее. Потому что ветер сильный был ночью. Все, они выходят.
Обычно рукой машут еще. Ну, тут, видимо, уже не до этого. А нет, помахал. Все, я ему тоже. С Богом. Аллилуйя. Сейчас другой кадр надо включить. Вот они пошли. Видно их. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аминь.